24 года, его рост 169 сантиметров, в настоящее время атлет весит 121 килограмм. Я думаю, что многие тюменцы помнят его победное выступление в 2007 году в Тюмени на чемпионате Европы по бодибилдингу среди юниоров. За прошедшие 5 лет этот спортсмен выиграл много престижных турниров, наиболее значимых из которых стал турнир Arnold Schwarzenegger Classic 2011 года среди любителей в США. Он победил в категории до 100 килограммов. Встречайте, я приглашаю на сцену Алексей Лисуков из Санкт-Петербурга. Еще раз хочу сказать, что лету 24 года, 120 килограммов живого веса, Алексей Лисуков. Алексей, вы летели бизнес-классом, я так подозреваю? Нет. Влезаете в эконом? В багаж его сдавали, в багаж. В багажном отделении. У меня есть предположение, что вы ехали поездом тогда. Ну, до аэропорта. Проще нас. Еще информация про Алексея. Его лучший результат в жиме лежа 240 килограммов. В приседаниях около... За 300. 320. Лучшее достижение 320 килограммов приседания и 240 жим лежа. Мы должны тоже посчитать количество раз, но тут я секундомер не буду включать. По плану 10. Музыка не нравится, да? Потяжелее, более депрессивную музыку просят. У нас есть более депрессивная музыка? Ну что-нибудь из Бабкиной. Филиппа Киркорова. Киркорова не включайте, иначе зал разбежится. Расплачется наоборот. Какой-то такой более, да, вот что-нибудь металлическое, да? Давайте поддержим спортсмена аплодисментами. Алексей Лисуков, штанга 200 килограммов весом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. 12. Вот такой многоповторный жим лёжа. Я подозреваю, что Алексей, это скамейка для жима лёжа не короткая, потому что он её привёз с собой. Он на ней спит в гостинице? Экспромт. Но сейчас помощники будут разбирать, собственно, снаряд.